Рассказываю, как, собственно говоря, купить эту пушку. Для начала, конечно, нужно поставить большой пальчик вверх под этим видео, подписаться на канал, если вы здесь впервые. Окей, поехали. Первое, вам нужно иметь как минимум одну... Да, подожди. Дайте я пристрелю вот этому покемону. Так вот, вам нужен подходящий дом, чтобы у вас появился подходящий торговец оружия. Для этого он должен быть без дырок. Сплошная стена, как обычная вокруг, так и стена задняя. Они должны быть сделаны из рукотворных материалов, например, доски или кирпич. Грязь не подходит. Дальше, вам нужно один стол, один стул, один источник света и одна дверь. Это минимальный набор. И общая площадь дома должна быть примерно, там сколько, 120 блоков, насколько я помню. Помножаете длину, помножаете на ширину. А, нет, 60 блоков. В рамках разумного. То есть это примерно где-то 5 блоков в высоту на 6 в длину, например. То есть нормальное количество. Теперь непосредственно, что еще понадобится? Вам понадобится иметь в инвентаре как минимум одну пулю, любую абсолютно, можете самую дешевую скрафтить, тоже годится, или любой пистолет в количестве как минимум одной штуки, который этими пулями стреляет. После этого вы должны дождаться, когда в вашем домике поселится торговец оружием. Если в вашем домике поселился какой-то другой NPC, не беда, просто постройте еще один домик, и так до тех пор, пока не появится нужный вам NPC. Всего их там, по-моему, 24, поверьте вам, все эти NPC понадобятся, так что не расстраивайтесь. Так, теперь я открываю кнопочку E. Открываем инвентарь, нажимая на домик в правой части экрана. Видим список NPC. Я пытаюсь в этом списке найти торговца оружием. И как-то... Ну нету. Вот ну нету мужика и все. Так. Да что ж такое-то? Да где же мужик-то? Мужик? Алло, гараж. Ты куда запропастился? Я здесь. А, все, нашел торговца. Он живет на отшибе, сам по себе. Грустный, одинокий девственник, конечно. Потому что, ну а что? Теперь, у этого мужика вы можете купить так называемую минимальную акулу, мини-акулу днем. И еще можно пойти к нему ночью. И купить непосредственно нелегальную часть запчасти от пистолета. Как же это называется? Да, нелегальные запчасти. Которые вам пригодятся для других проектов. Важно, это важные ингредиенты и важные детали. Благодарю за просмотр, за подписку, лайки. Не забывайте подписываться на канал «Здесь говорят правду». В описании под видео вы найдете наш замечательный Дискорд. Еще магазин аккаунтов и ключей groundshop.ru, в котором можно купить дешевые тираи Майнкрафт и сотни других стимовских игр дешевле, чем в Стиме. У нас есть еще замечательный сайт groundcraft.ru, где много всякого в текстовом формате. Так что все ссылки в описании, жду вас там.